Сегодня мы проведем легендарную битву между мутантами и обычными ванильными монстрами. Бери вкусняшки, но мы начинаем! Сначала нам понадобится два яйца призыва монстров. Одного обычного и другого мутанта. Начнем с зомби. Летим на нашу площадочку и будем выставлять. Давай сначала попробуем 10 обычных зомби. Давайте как-то тогда вот так сделаем. Давайте как-то вот так вот. И одного обычного, точнее, необычного мутанта-зомби. Ставим нашего мутанта. Берем волшебную палочку против одного мутанта. Тыкаем. Пым-пым-пым-пым-пым-пым-пым-пым. Бам! И давайте посмотрим, кто же нас победит. Так, ну, он в какое-то тактическое отступление пошел. Ну, чё? Ни хрена! Вот это тыка... Это было очевидно. Возвращаем нашу стенку обратно и спамним уже 50 зомби обычных и один мутант. Выбираем нашего красавчика и удаляем стену. Так, и смотрим, что он нас сразу кинул. Смотри! Смотри, уху! Ё ты вообще! На толпу просто 50 зомби против огроменного зомби-мутанта. Мне кажется, для него это было супер легко. Давайте попробуем 100 зомби против одного зомби-мутанта. У нас 100 обычных зомби и один зомби-мутант. Вот где. Только у меня несколько тут разбежалось, конечно. Ну, не беда. Давайте делаем вот так вот. Убираем стенку и погнали, погнали. Давайте. Бом! Просто они его разносят. Он их или они, я не понимаю. Так, он просто всех по... О, мне показалось, он уже умер. Но я не знаю, они вроде ему что-то сносят, но как-то вообще мало шансов. Придется спавнить 1000? Уж, я не знаю, ну ладно. Опа! Вот они его и убили. Я не ожидал, конечно, но... Чё? Он бессмертный, что ли? Я понять не могу, мужик. Офигеть, я в шоке. Оказывается, у него несколько жизней. Ну и пошел жрать гнилую плоть. Теперь 1000 зомби против одного зомби куда? Броу, давай сюда иди. Ичпенькс. Брат, тебе арава какая-то бежит. А, не, все. Отдуплялся. Куда? Они просто Ладно. Значит, у нас не 1000 идет, а поменьше. Вот, давайте, подключайтесь. Братья, спидите, спасайте. Чего вы там стоите на месте? Ну, видишь, тут этот ваш враг, гигант, ваш босс раскидывает ваших братов. Во, смотри, подключились. На, нафиг. Мужик, тебе вообще, что ли, пофиг? На тебя тут косарь зомби напал. Давайте просто понаблюдаем. Нафиг, просто. Бам. Я не знаю, мне кажется, они не смогут. Он просто сорил, он же всех раскидал. Помните, какая тут огромная толпа была? Опа, они первый раз этого сделали. Ну и чё, давай вставай, я знаю, что тебе еще жизнь есть. Давайте, мужики! Вы сможете, давайте! Положите его! Так, а вам что, вообще все равно, что ли? Остатки общества, вы что тут, блин, тусуетесь? Давайте я вообще всех тут по-быстренькому отправлю. О, ты что, помочь пришел, что ли? Ну давай. Хопочки. Просто слизни сейчас он вылупит. Вон, пошли зомби. Чё ты смотришь? Давай, иди на этих. Вы чё тут стоите? Давайте. Вам что, пинок под жопу дать, что ли? Давай, пошёл. Во! Всё. Как своих кропсать начал сразу, смотри, этот. Погнали. Ладно, пофиг, пусть тут стоит. Я его сейчас мяно расстреляю. Всё. О, они второй раз его положили. Ну, вроде у него третий остался.
Они, получается, его вообще сейчас чуть-чуть не добили. Понимаешь? Вот еле-еле 1000 зомби хватило. Вот прям чуть-чуть не хватило, потому что вот... И все. А, у тебя еще? Ну, теперь все. Опыт и... Молот. Спасибо тебе за просмотр данного прекрасного видеоролика, где мы с тобой проверили, смогут ли 1000 зомби убить огромного зомби-мутанта. Ну, они почти смогли его убить. Осталось вот чуть-чуть, буквально хп 80, наверное. Хоть у него их 270, ну, он 100 тысяч раз помирал, возрождался, короче, жесть. Но с тобой был Флорд, зомби, гнилая плоть на полу, слизни, которые там за компашку просто бегают. Пока!